Представься, пожалуйста, как тебя зовут? Добрый день, меня зовут Михаличенко Станислав. Я аспирант, учусь в Брянском государственном аграрном университете. Вот сегодня довелось поучаствовать замечательно вот в этом мероприятии «День РБК». Узнал из новостей, уже третий год подряд выступаю. Очень рассчитывал на хороший улов, но, честно говоря, сегодня меня очень порадовало. Вообще, как надеялся сегодня выиграть, и вообще, вот какой сегодня у тебя улов? Сегодня поймал карпа на 2,5 килограмма почти, и белого амура на 6 килограмм 300 грамм. Честно говоря, была вера, шел с верой, с надеждой, что будет достойный улов, но на такое даже не рассчитывал. 6-300 это огромная рыба, и за счет вот чего ты ее словил? У тебя особая подкормка с собой была? Я думаю, это удача, наверное, какая-то помощь. А на что ты сегодня ловил? Ловил на кукурузу, наверное, как и многие рыбаки здесь, пундюэль. Считаешь ли, такие мероприятия может стоить чаще в нашем городе проводить? Очень интересное мероприятие, да, считаю, что надо как можно чаще такое проводить. Хочется поблагодарить руководство нашего города за то, что дает возможность так, с таким интересом провести воскресный день.